такое? Надо, Федя, надо, Федя. Мне нравится. Покажи, как они крутятся. Можете вот это мне отрезать? Yes! У меня люк. Да? Я пока отрежу колеса, а ты доставай новую машину. Да. На тебе опять штрифы одели. Я выпала! Ура! Можно кататься! Сейчас. Оп. Держи, Диана, по колесочку. Он теперь будет вот так скакать. Ты дышишь, ты дышишь. У меня конь. Ты дышишь, ты дышишь. Конь динозавр. Ты дышишь, ты дышишь. И флешрот. Готово? Спасибо. Ты готов? Да. К поездке по грязи? Да. У меня есть багги, всякие там вещички, велик. А я видел отличную грязь. Где? За мной пойдем. Вот она. Давай посмотрим, вот багги проедет здесь или нет. Давайте. Она застревает, конечно. Потому что у нее выше. Низко. Маленькие колеса. Ну да. На таких колесах вообще никакая грязь не страшна. Давай, ты здесь, а я дальше. Хорошо, проверим, как машина едет по болоту из листьев. Сможет ли она выбраться на сушу? Смогла. Это уже слишком глубокое болото. Попробуй вот на твоей иди. Давай, можно я? Давай. А мне не попадает. О, дальше глубоко. Уезжай скорее. Я хочу. Смотрите. Это маракуйя. Смотрите, маракуйя плавает. Эй, ты где там? Милан, вылазь! Вылазь! Вылазь оттуда! Погрузчик спешит на помощь! Ай, надо ковш поднять. Милан, подожди, я сейчас тебя спасу. Вылази, вылази оттуда. Милан, ты где был? Я в яму упал, за машинкой полез. Ребят, вот эта вот желтая машинка... Ой! Она опять упала в карьер. В общем, строим, ребят, тут город из песка для машинок. И у нас есть вот такой вот карьер, откуда мы берем мокрый песок. И торговый центр. Милан, ну у тебя руки там вообще долазят до низу, нет? Если так, нет. Я вот так могу поместиться. А наш погрузчик уже тем более не может доставать оттуда песок. Поэтому, Милан, знаешь, что надо делать? Что? Строить дорогу в карьере, чтобы можно было само одна добывать песочек. Неси лопаты. Нет, смотри, надо делать вот такую дорожку и плавненько спускать ее вниз, чтобы потом машинки могли по ней туда съезжать. Ну и заодно его расширим. Еще у нас есть вот такой вот самосвальчик. Милан, можно в него загружать песок из каньона и увозить его. Здесь будут лежать песок из каньона. А сюда ложить. Итак, добываем песок.
все, домик для красной машинки готов. Что строим дальше? Для моей машинки желтой. Все, можно выводить песок с карьера. Так, песок для желтой машинки. А зачем мне на сцену? Надо сюда. А где будет въезд в твой домик? Мы здесь прокопаем. Прокопаем? Сначала крышу, потом прокапывать будем? Да. Вам подойдет такой кусочек крыши? Нет. Маловат. Так, а такой кусочек крыши? А вот это надо сюда установить. Это будет въезд. Проверяем качество домика. Эй, а дороги-то нету. Милана, отлично, мест хватает. Дальше может. А как ты вытаскивать будешь оттуда? Итак, мои друзья приедут. О, мы тоже здесь можем поместиться. Давай, поехали. А, что? Милан, ты тут стенку пробил, мне кажется. Перестарался, не. Мне кажется, ты уже Милан домик для двух машинок. И третья сюда. Нет, три поместились. Три? Милан, тебе надо расчистить дороги. Сделать дороги от моего гаража к твоему и карьер. Кому-то требуется расчистить дорогу. Отойдите. Эй, гигантский мальчик, отойди. Да, подожди, мы выйдем, нам надо бургер. Расчищаем, расчищаем. В нашей шахте появилась водичка. Теперь можно принимать грязевые ванны. Только не уходи. Милан, а это хорошая идея, можно понырять. Мила, надо прокопать еще чуть побольше, может будет нырять машинкам. Мила, мне кажется, скоро же нам самим туда может будет нырять. Давай. Ай-яй-яй. Нет! Я тебя спасу! Меня! Давай, я тебя поднимаю, давай! Опять появилась водичка. Мила, можно прыгать туда? Чья очередь? Чур моя! Пу-пу. И я буду там. А пойдем ближе к воде, построим трамплин для машинок. Пускай они попрыгают в водичку. Давай. Я с вами. Дальше будет ой, как тяжело здесь много воды. Мила, смотри, здесь такая замечательная речка. Давай сделаем трамплин, чтобы машинки прыгали через эту речку. Давай. А я смогу перепрыгнуть? Держи лопатку, давай копать трамплин. Кучка для трамплина готова. Теперь надо сделать дорожку. Нам нужна дорожка подлиннее. А теперь, в смысле, по краям надо вот так засыпать, по краям, чтобы они не двигались.
Трамплин готов. Смотрите, ребят, вот так будем разгоняться и взлетать. Да. Давай, Милан, выставим к старту всех участников сначала. Давай. Только им надо промыть колеса от песка. Итак, я выезжаю помыть колеса. Так, моемся, моемся. Итак, все машинки на старте. Милан, готов начинать? Да. Давай посмотрим, кто долетит дальше. Давай. Кажется, она проиграла. О, ты видел, как она крутилась. Милан, это было круто, сальтуха. И тоже вверх ногами. Это большая тачка. Опять вверх ногами. Пока уже у нас, ребят, единственный, кто справился с акробатикой. Выезжает старая машинка. Бам! И это вверх ногами тоже. Итак, выезжает этот полицейский спорткар. Милан, это полицейский джип. Вот уже получше, ребят, на бочок. Красный. Дома, наверное, да? И у нас есть победитель, ребята. Это вот эта вот машинка. Она пластмассовая, поэтому самая легкая. Что, еще разочек? Давай. Помоги. Ну все, Милан, машинки покупались, теперь наша очередь. Да. Убираем игрушки и отключаем камеру. Поэтому, Милан, надо сказать им что? Пока! Пока-пока! Открывай. Опа, очень легко. Вот и он. Ян, смотрите, колеса поворачиваются. Давай здесь площадочку сделаем ровненько. Что? Да вот. Дорогу надо равнять. Плохая дорога. А сейчас равняем. Ты пока есть, равняй, а я опасу. Уже можно попробую? Ну он проходимый, не застревает. Я грядку пахаю. Можно мне тоже попробовать? На, попробуй. О, схватился. Сейчас давай. Ян, ты что он делает? Пахает грядку. Пашет землю? Да. Ботинками, кроссовками белыми. Надо было хоть сапоги одеть. Ничего, постирает. Красивый у вас замок. Я думаю, надо еще озеро построить. Не надо. Для лодочки. Поплавать. Давай на прицеп заедем на нем. Голова висит. Да, так. Смотри, как раз два квадроцикла входят на прицеп. Я на конь, что у тебя от жары спрятался? Да. А? Да.
Ты его закопала специально? Да. Где, надо задом подъехать. Пик, пик. Смотрите, как лошадь уже спрятала. Пик, пик. Двигатель можешь поднять пока? Ой. О, такси подобрал, лодочку такси. Плавает? Ой, я пойду, пойду, пойду. Я шучу, я шучу. Нельзя так шутить. Все, поднимай моторчик. И поехали. На меня. Прыгай в лодку. Подожди, папа. А где лодка? Это трамплин, что ли? Да нет, горка. А я к вам в гости заеду. Это не наш друг. Надо машину, наверное, на мойку свозить. Да. Сейчас будет чистенькая. А, как новенькая. Бип-бип. Вот теперь ты чистая, только колеса забыл отмыть. Все. Вот гараж получился. Все, я приехал. Ой, вы здесь гоняете? А дальше дорога не готова. Давай я сделаю. Вот так. Бип-бип. Автоматический ворот, что ли? Да. Ого, домик для квадроцикла. Гараж на колесах? Да. Пока-пока, ребята. Пока-пока, ребята.